Да ладно. Эмпайр, отдел благоустройства, иди. Здрасте, да. Я пытаюсь найти кое-какие вещи, которые случайно забрали из мусорного бака у моей... Номер бака? Сейчас. Так, 64476. Маршрут 33. Грузовик уже уехал. Если вещей там нет, то все. Стойте, стойте. Это очень важно. Можете подсказать, где сейчас грузовик? Сейчас гляну. Так, должен быть в муниципальном гараже. Угол Бауэри и Грант. Понял. Спасибо, Эдди. Муниципальный гараж. Угол Бауэри и Грант. Не проблема. Я все, что угодно готов отдать за свою паучью флешку. Это же просто! Найти маленькую флешку в 30-тонном мусоровозе! На этой флешке у меня годы работы! Все, что я сделал со времен школы! Разумеется, заперто. А вдруг кто придет воровать мусор? Может, есть другой вход? Это ведь не считается взломом, если я ничего не сломал, да? Так, без паники. Может быть, они еще не выгрузили мусор. Нифига. Так, пора паниковать. Эмпайр, отдел благоустройства, Эдди. Извините, а этот грузовик может быть сейчас не в гараже? Может, наверное. Тогда где-то в западном Чайна-тауне. Отлично, тогда я туда. Кстати, я вспомнил. Перед выгрузкой ребята иногда заезжают в пиццерию. Да? Я проверю местные пиццерии. А куда они обычно заходят? В какую-то небольшую семейную. У Джерри? Нет, это на севере. Я про старую Джерри. А, да. Нет, там вроде кто-то на Л. У Ларри? Не, она на востоке. У Лео? У Лео? Да, наверное. Обожаю Лео. Я куплю вам пирожок. Стоп, кажется, это те машины. Спасибо, Эдди. Мусоровозы должны быть где-то здесь. Еще как, чувак. Нет, тут ее нет. Здесь должен быть еще один мусоровоз. Эй, Стиви, погляди. Флешку не нашел, а новый аромат, да. Эдди, на вас вся надежда. Там тоже нет, да? Вы уверены, что они где-то здесь? Наверное, маршруты изменили из-за предстоящего митинга Осборна. Если твой пикап на 35-й, его как раз сжигают. В смысле в печь? У Манхэттенского моста. Поспешите. Мусоросжигатель. Надеюсь, я не опоздал. О-оу, кажется, дело плохо. На помощь! Спасибо, Человек-паук. Ты как? Спасибо, нормально. Эта банда уже пару дней держит весь район в страхе. Думаю, впереди их еще больше. Я буду начеку. Слушай, ты не против, если я поищу личные вещи? Конечно.
Мне надо составить отчет о происшествии. Там что-то есть. Уберу эти мешки в сторону. Кажется, здесь. Только будь тут, будь тут. Есть! Фу, надеюсь, не сломалось. Фу, кажется, все на месте. А это что? Мой старый прототип. Выглядит круто. И почему я его не закончил? Кажется, его можно доделать. Вот так. Смотри, парень решил, что он Человек-паук. О-о. Стреляй! Вечер пошел немного не по плану. Где мне сегодня ночевать? Может, у МДЖ? Так, как мне напроситься к МДЖ на ночевку? Что если... Привет, МДЖ, это Питер. Могу я у тебя Нет, надо проще. МДЖ, я тут как раз гулял поблизости. Фальшиво. МДЖ, раз уж мы снова общаемся, я тут подумал... Так, нет, я не настолько жалок. И чего я так заморачиваюсь? Мы просто друзья, да? Друзья часто заваливаются друг к другу на ночлег. Это совсем не странно. Посплю на диване. На диване, МДЖ. О чем я думаю? Уведомление. Похоже, статью МДЖ напечатали. Переночую где-нибудь еще. Она наверняка занята на работе. Был бы Гарри в городе, завалился бы к нему. Мне оставили голосовое сообщение, но номер скрыт. Привет, паук. Давно не виделись. Соскучился? Приходи по адресу. Поймай, если сможешь. О-о, я узнал этот голос. Внимание! Нападение на инкассаторскую машину. Внимание! Срочно к Юнион Сквер! Привет, паук. Все чаще вспоминаю о тебе. Нам было хорошо вместе, правда? Может, вновь разжечь эту страсть? Черная кошка. Неужели она вышла на поиски добычи? Она же обещала начать новую жизнь. Что ей тут приглянулось? Что вызывает подозрение? А вот! Один из ее котов. Она встраивает в них усилители сигнала для перехвата радиочастот. Пусть Юрий заберет его. Привет, Юрий! А костюм и снаряжение черной кошки все еще под замком, да? Наверное. А что, она вернулась? Похоже.
Просто проверь и дай мне знать, на месте ли ее барахло. Хорошо. Ты что-то поздно, Мэй. Как дела? У нас же сегодня запланирован ужин. А, точно. Прости, я забыл. День был сложный. Нам закрыли финансирование. О, Питер, мне так жаль. А еще меня как бы выселили из квартиры. Что? А тебе есть где ночевать? Вообще-то нет. Совсем. Скажи, а у вас в приюте случайно мест нет? Конечно. Можешь занять диван у меня в кабинете. Спасибо, Мэй. Я не спал с самого задержания Фиска. Пора бы мне начать о себе заботиться. Откуда ты тут в такой час? Надеюсь, у Мэй удобный диван. Я не могу их взять. Можешь и возьмешь. Я все отдам. Скоро. Учись просить о помощи. О, ты так похож на Бена. Спрячь эту паркеровскую гордость и признай, что ты тоже человек. Как и все мы. Мартин. Простите, что помешал. Просто хотел сказать, мне нужно уехать из города. Ты за главную. Ну, мне же не впервой. Долго тебя не будет? Я пока не знаю. Все в порядке? Одно личное дело, которое я давно задумал. Но позаботьтесь об этом месте. Оно представляет мою светлую сторону. Что ж, пожалуй, займусь делом. Надеюсь, мистер Ли здоров. Алло? Привет. Видел статью? Ага. Робби, наверное, в полном восторге. Да, они все говорят. И прикинь, мэр Осборн только что объявил, что сегодня днем вручит офицеру Дэвису награду. О, постой. После этого пройдет митинг Осборн... А, мне все понятно. Ага, нам тоже. Но все равно я рада за офицера Дэвиса и его семью. Я буду там как репортер. Составишь компанию? Да, конечно. Увидимся. Как унизительно брать деньги, Мэй. Надо бы отправиться в город и попытаться заплатить вперед. Еще одно место, и мне хватит данных, чтобы найти черную кошку. По грубым подсчетам, она собрала около 49 миллионов. Если успею до 50, она обещала исправиться. Понял. Черт. В этой галерее выставлен янтарный тигр. Он один стоит миллион. Надо прогнать мой алгоритм и найти Фелицию. Вот и убежище. Надо поймать ее, пока она в городе.
тоннель свободы. Пока не появился пир, он был пристанищем для бездомных. А теперь он пустует. Укромное место. Тут должен быть потайной вход. Есть. Похоже, тут все, что она украла. Но не следа со... Финансовые данные на семьи Маджии. Она хочет их шантажировать? Что это? Паук, ты прибежал сюда, чтобы поймать меня? Ты такой милый и симпатичный, поэтому я приготовила для тебя кое-что лесное, потому что я могу. Это все не могло быть просто игрой, или... Человек-паук, черная кошка ограбила наше хранилище вещдоков. Что? Как? Да тут настоящий Форт Нокс! Все эти твои коты. Когда мы спрятали их в комнату с вещдоками, они связались, усилили сигнал и отключили сигнализацию. Никто не видел, как она влезла. Она знала, что я найду котов и передам их вам. Она победила. Снова. Что взяла? Свой костюм и снаряжение. Она оставила мне украденного на 50 миллионов, чтобы вернуть свои вещи. А значит, у нее в планах что-то покрупнее. Ух ты. Отдам ей должное. Она тебя одурачила. Ты рада этому? Ты улыбаешься. Мне пора. О, смотрите. Кошка танцует с паучком. И держит его в банке против его воли. О, очень мило. Это украли у Фиска пару лет назад. Вино из виноградника Маджии. Ха-ха!